Լամինատներին նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մենք շարունակենք քննարկել Վրաստանի շուրջ զարգացող իրադարձությունները եւ այդ նպատակով Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսից ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավարում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Наш сегодняшний гость из столицы Грузии Тбилиси Валерий Чечелашвили, член правления Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Грузии в Российской Федерации. Приветствую вас, господин Чечелашвили. Спасибо, что приняли мое приглашение. Спасибо большое, Рубен. Приятно быть с вами в эфире. Господин Чечелашвили, мы следим за развитием событий в Грузии. Ситуация такая, что власть отметила свою победу, отпраздновала, тогда как у общества вопросы. Оппозиция считает выборы украденными, не признает выборы, отказывается от мандатов, отказывается от государственного финансирования. Все четыре партии, да, которым по закону, как вот по немецкому образцу, и в Армении тоже такой закон есть, полагается госфинансирование, и они от этого тоже отказываются. Президент Саломе Зурабишвили стала и фактором, и символом объединения оппозиции. Состоялся митинг протеста после уже подсчета голосов и выдвинуты требования. Во-первых, международного расследования всех нарушений. И второе, перевыборы. Вот на этом мы остановились, хотя, понятно, есть и международная реакция, которая во многом созвучна по части озабоченностей, созвучна с оценками оппозиции, но, скажем так, не более того, оставляя поле для решения грузинского общества. Попрошу вас, во-первых, представить вашу оценку текущего политического момента в Грузии. Прошу вас. Да, ну первое, это то, что действительно скепсис в отношении результатов, которые объявлены Центральной избирательной комиссией, значит, очень большой в грузинском обществе. Потому что, ну, это маленькая компактная страна, и тут не надо быть особенным психологом, чтобы понимать настроение в обществе. Но есть какие-то, ну, объективные, во-первых, данные, видеосъемки, значит, зафиксированные нарушения очень многочисленные. Математически просто, Рубен, оно не складывается. Вот, когда чисто математический анализ количества участвующих в выборах, или идет, значит, можно там провести этот анализ по разным избирательным участкам и в крупных городах, и в сельских районах. Это просто математически не складывается. Вот один пример могу привести, что, значит, на зарубежных участках грузинская мечта получила 13%, а по результатам общим выборов она получила на 40% больше. 54-55%, как они утверждают. Теперь, ну, если бы эта разница была 5%, ну, 10%, это еще можно было бы допустить. А так трудно себе представить, как может быть такая разница, потому что единственное, чем отличается гражданин Грузии, который живет в Европе или в Соединенных Штатах, от гражданина Грузии, который живет на территории страны,
том, что на него не распространяется административный финансовый ресурс, запугивание, так сказать, и так далее. Угу. И поэтому там совершенно по-другому прошло голосование. Теперь таких жестких и критических заявлений со стороны международных наблюдателей мы никогда не видели. Так. Вот, ну, Ирана президент Байден специальное заявление сделал по поводу Грузии. Я вот даже зачитаю, пожалуйста, коротко, как маленькую часть, значит. Вот так это звучит, заявление президента Байдена. Совсем недавно парламентские выборы в Грузии 26 октября были омрачены многочисленными зафиксированными злоупотреблениями административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей. Угу. Граждане Грузии имеют право мирно выражать свои взгляды относительно проведения этих выборов, которые независимые международные и внутренние наблюдатели не назвали свободными и справедливыми. Угу. И далее, точно так же, как в обращении господина Бореля, идет обращение к властям Грузии обеспечить независимое и, значит, справедливое, открытое расследование всех тех нарушений, которые имели место на этих выборах. И по итогам всего этого процесса, значит, будет сформировано окончательное мнение международных наблюдателей и конкретно отдельно взятых стран по поводу качества проведенных в Грузии выборов. Но правящая партия пока просто отмахивается, значит, от всех этих заявлений. Ну, и причем очень удивляет тональность вот этой реакции грузинской мечты, которая, значит, излагает свой ответ в формулировке типа таких, значит, каких-то дворового какого-то языка, а не политического. Ну, а как, а что вы там думали? Или, в общем, как-то очень несерьезно все это звучит. Ну и на этом фоне, конечно, есть ряд стран, которые признали эти выборы состоявшимися и поздравили грузинскую мечту. Ну, это вот на сегодняшний день такие страны, как Россия, Турция, Армения, Азербайджан, Китай и Венесуэла. Особенно интересно в этой связи, значит, поздравление господина Мадуру, который я не знал, откуда он вспомнил вообще, что Грузия есть на политической карте мира, потому что у нас-то дипломатических отношений с Венесуэлой нет, потому что они признали Абхазию и Цхинвальский регион как независимые государства и точно так же поздравляют их. Uh-huh. Теперь нам осталось только дождаться поздравлений из Белоруссии. Будет очень весело на это посмотреть. Но еще там я не знаю, откуда еще. В общем, и вот все это сейчас ведет к ситуации, когда есть требования, консолидированные требования, значит, прошедших в парламент четырех политических партий, значит, расследовать независимые, причем привлечь к этому независимый внешний аудит, потому что доверие к расследованию, значит, институтами, в которых полная власть у грузинской мечты, нет. И этого доверия нет ни внутри, ни за рубежом. Либо назначить новые выборы, которые пройдут уже не под мандатом этих институтов, которые себя дискредитировали. Угу. Ну и какая есть, у нас в принципе есть какие инструменты. Первое — это, значит, аннулирование списков политическими партиями, которые не даст возможность начать парламенту работать, значит, создать дисфункцию парламентскую, которая неизбежно приведет к выборам новым. Ну, либо, так сказать, волна уличных протестов. Вот. Ну и тоже вот завершу, так сказать, эту часть нашей беседы тем, что, значит, на месте грузинской мечты, наверное, значит, любая серьезная политическая сила, она должна была быть вполне озадачена той жесткой реакцией, которую мы получили извне,
Ну, согласитесь, что не каждые выборы комментирует президент Соединенных Штатов. Угу. Вот. Ну и, значит, все это говорит о том, что у нас впереди еще очень серьезный прохождение жесткого витка политического кризиса. Угу. Вообще, надо сказать, что в демократических странах, Рубен, выборы – это инструмент выхода из политического кризиса. Да. А тут в нашей получился стране, вход. А тут получилось, да, начало новой фазы жесткого политического противостояния. И не могу не сказать, конечно, о очень позитивной, консолидирующей роли президента Грузии госпожи Саломе Зурабишвили. Потому что она очень последовательно, очень грамотно, очень аргументированно, значит, излагает свою позицию. Она, кстати, взяла где-то 24-часовый тайм-аут. И теперь уже ясно, что во время этого тайм-аута она провела ряд очень серьезных консультаций с европейскими столицами и с Вашингтоном. Потому что мы видим хорошо координированную реакцию также из важнейших европейских столиц и Вашингтон. Поэтому я думаю, что чертить, так сказать, радужные перспективы и там безапелляционно заявлять о том, что выборы состоялись, и вот грузинская мечта получила большинство, и с этим теперь надо жить. Следующие 4 года это, по меньшей мере, очень самонадеянно и несерьезно со стороны правящей партии. Господин Чайшилашвили, смотрите, с одной стороны, мы имеем результат, который формально, да, де юре оформлен. Но с другой стороны, как вот вы говорите, выборы стали не инструментом разрешения споров, кризисов, а сами стали генератором политического кризиса, все параметры которого в настоящий момент имеются в наличии. А парламент не может собраться, по итогам нет консенсуса и нет доверия, и плюс такая международная реакция. То есть создалась ситуация, которая в свою очередь требует выхода. Вопрос, каким может быть этот выход с вашей точки зрения? Прошу. Тут несколько может быть вариантов. Угу. Первое – это объективное расследование всех нарушений, признание того факта, что нарушения имели решающее влияние на итоги выборов и назначить новые парламентские выборы. Либо другой вариант, значит, правящая партия избирает силовой путь, и несмотря ни на чьи заявления ни внутри страны, ни за рубежом и так далее, продолжает продвигать и продавливать свой вариант, значит, того, что парламент должен собраться в этом составе с большинством грузинской мечты и работать следующие 4 года, назначать правительство и так далее. У этого варианта тоже свой подвариант. Если парламентские партии организованно аннулируют свои списки, ну, тогда просто не сможет начать парламент свою работу, и все равно мы приходим к досрочным выборам. Если это не произойдет, мы теоретически предположим, что одна из политических партий, а достаточно одной из четырех, если она согласится войти в парламент, или даже еще хитрее может поступить какая-то политическая партия, сказать, что мы не будем легитимировать, значит, парламент, но не аннулируют свои списки, тогда их полномочия будут признаны большинством грузинской мечты. И если это будет 89 голосов плюс хотя бы 12 голосов, чтобы набралось 100 или 101 парламентский мандат, значит, полномочия которых будут признаны, да, тогда парламент начнет работать. Станет легитимным. Но тогда да, станет легитимным, начнет работу, изберет правительство и так далее. Но и тогда нас ждет очень тяжелые времена. Нас ждут, потому что тогда начнутся уже, значит, Грузия попадет в изоляцию.
будут какие-то санкции, какого характера, и там это будет индивидуальный или коллективный, или против страны и так далее, сейчас трудно сказать. Но во всяком случае можно с большой степенью уверенности сказать, что вся вот эта макроэкономическая помощь и льготные кредиты, которые нам предоставлялись финансовыми институтами глобальными, IMF, Группа Мирового Банка, Европейские банки, Инвестиционный банк реконструкции и развития, Банк азиатского развития и так далее, значит, эти льготные кредиты мы уже не получим. Это вызовет серьезный дисбаланс макроэкономической в Грузии. Лари поползет вверх, будет девальвация, начнутся социальные проблемы, потом перерастающие в новую волну политических проблем. И в течение там 5-6-7 месяцев грузинская мечта или то правительство, которое будет назначено правящей партией, ну в результате, если мы гипотетически это допускаем, столкнется с очень большими вызовами и экономическими, и политическими, с большим кризисом, но выход из которого найти будет очень трудно. И в конце концов там выход будет тот же самый. Там протесты и как протесты новые парламентские внеочередные выборы. Вот. Потому что мы попадем в положение, ну, в которое приблизительно, ну, может быть, не такое жесткое, но это будет сравнимо с положением, в котором оказалась Беларусь после того, как Лукашенко, значит, диаметрально поменял итоги президентских выборов. Ну, вы помните, когда Тихановская, так сказать, баллотировалась. Да, 20-й год, и что произошло потом в отношении Беларуси тоже. Тоже помним. Вот то же самое где-то будет в отношении Грузии. И это ничего хорошего не принесет ни Грузии, ну и ни региону Южного Кавказа в целом, конечно. Конечно. Господин Чечелашвили, ситуация такая. 28 числа был вот этот большой митинг на проспекте Руставели, который мы... Хотя и там все было на грузинском, мы мало что понимали, но нам переводили, да. И на этом митинге были выдвинуты требования. После этого массовых акций нет, и со стороны оппозиции каких-то заявлений, сообщений о последующих действиях тоже нет. Такое впечатление, что мяч оставлен на поле власти, что после этого уже свой ход только сделать. Но судя, конечно, по открытым источникам, в общем-то, власть остается, ну, скажем так, безучастной к этому всему и... движется по своей уже заезженной колее, делает свое, считает все нормально, все хорошо, пытается нормализовать, но в физическом смысле слова, эту ситуацию. Ну, собственно, говорит, мне неинтересны ваши требования. Все. Я их не обсуждаю, обсуждать не собираюсь. Вот есть прокуратура, у вас есть претензии, все, мы вас вызываем, приведите доказательства всего, что вы сказали. Какими могут быть дальнейшие действия оппозиции? Потому что я вижу, возможно, или плана нет, один вариант, или есть, но не оглашают. Но в любом случае, какие тренды, на ваш взгляд, вырисовываются во внутригрузинском процессе в данном случае, на ваш взгляд? Ну, во-первых, значит, идут очень активные консультации и между политическими парламентскими партиями, и между президентом. Да. Тем, чтобы выработать общую платформу действий. Один основной фундаментальный компонент есть, и ни одна из четырех политических партий не готова легитимизировать этот парламент, и все это говорят о том, что были многочисленные. Да, и все они показывают, и все четыре политические партии отдельно, и NGO, значит, которые работали там над проблемами выборов и так далее, выдвигают целый ряд этих злоупотреблений, нарушений, задокументированных, в общем,
этим материалом сейчас прокуратура завалена, и много месяцев надо будет разбираться, я думаю, с этим, если подходить к этому фундаментально ко всему. Вот. Я говорил, ну, что есть на первый взгляд такие, ну, я уже приводил пример 13, 40 и 54%, но согласитесь, в сегодняшних условиях вообще любого государства демократического, но и в Грузии в том числе, трудно претендовать на то, что на каком-то избирательном участке пришло 90% избирателей на участке. Из этих 90%, 90% отдало голос за одну партию. Это очень трудно себе представить. И это очень трудно, так сказать, подтвердить и так далее. Теперь что делает оппозиция? Да, нет массовых акций. Почему? Потому что мяч находится на поле политиков сейчас. Они должны позвать людей. Ну, по первому зову президента там 60 или 70 тысяч человек, значит, разные цифры гуляют, но я думаю, где-то вот так. Я тоже там находился. Значит, вышла на Руставели. Ну, Тбилиси очень оппозиционный. В Тбилиси, кстати, там грузинская мечта проиграла со счетом 60-40%. Но я думаю, что это минут процентов на 15 где-то. Это мои субъективные ощущения, потому что я тоже общаюсь с людьми вокруг, так сказать, понимаю, разговариваю с ними. Я вижу, что есть, конечно, и сторонники грузинской мечты. И здесь хочу еще раз подтвердить, что и при всех моих оценках грузинская мечта в любом случае, как отдельно взятая политическая партия, она бы набрала больше всего голосов. Хотя, вот опять же, на зарубежных участках грузинская мечта проиграла 3 из 4 оппозиционных партий выборы. Но я думаю, что в общем она бы могла набрать больше всего голосов, но, конечно, не 54. Реально это, наверное, была бы пропорция там 35-65 в пользу 4 оппозиционных партий, имея в виду, что как отдельно взятая партия, грузинская мечта, тем не менее, набрала бы больше всего голосов. Теперь как будет дальше это идти? Я думаю, что если не будет серьезного расследования нарушений и аргументированных ответов на те вопросы, которые поставлены, те оценки промежуточные, которые сделали международные наблюдатели, они самые жесткие за весь период истории, там, после восстановления независимости Грузии, более чем 30 лет, самые жесткие оценки мы получили на этих выборах. Да. И это предварительные результаты. И все говорят о том, что мы ждем расследования. Если этого расследования и аргументированных ответов не будет, я думаю, что будет очень жесткие оценки, вплоть до того, что значит, выборы не будут признаны free and fair, свободными и справедливыми. И нотки этого, я прочитал, звучали в заявлении Байдена тоже. Вот. Ну и тогда значит, тут, я думаю, как минимум, политические партии просто не дадут новому парламенту начать работу со всеми отсюда вытекающими последствиями. У нас будут новые выборы по-любому. А если грузинская мечта все-таки умудрится как-то протащить какое-то количество оппозиционных депутатов тем или иным способом в парламент, утвердить полномочия 100 депутатов из 150, что дать возможность парламенту начать работу, тогда мы придем неизбежно к тому сценарию, о котором я говорил. Там это несколько такой, очень такой со зловещими какими-то нотками сценарий. Да? Но я просто его вижу. И, кстати, косвенным подтверждением этого сценария является и то, что Национальный банк Грузии очень активно расходовал резервы, международные резервы для того, чтобы поддержать курс лари в преддверии выборов. И все равно это у него не получилось. На несколько пунктов лари просел. Сейчас этот процесс продолжается. Вот это как раз является косвенным признаком того, что в отсутствии серьезной макроэкономической поддержки и финансовой поддержки наших традиционных партнеров, грузинская экономика, которая и так очень слабая. У нас слабые экономики в регионе. У нас GDP на душу населения там, в Армении, в Азербайджане, в Грузии там, колеблется около $8000. Да. Да? Самая
такая слабая экономика Европейского Союза, болгарская, это 17 тысяч долларов. Mm-hmm. Да, это мы очень, очень слабы в этом отношении. Mm-hmm. А для Грузии особенно, у которой нет каких-то природных больших ресурсов и так далее, mm-hmm. эта помощь всегда была гарантией нашего сравнительного экономического благополучия и перспектив развития. Mm-hmm. Лишиться этого – это очень серьезная опасность. И никакие там инвестиции из Китая это mm-hmm. компенсировать не могут, потому что инвестиции из Китая, у них есть своя специфика и своя особенность. Конечно. Это тебе не макроэкономическая поддержка Международного валютного фонда. Угу. Поэтому вот как-то вот с таким набором не очень приятных перспектив мы сегодня сталкиваемся, потому что, к сожалению, выборы стали триггером новой фазы политического кризиса. И в завершение, господин Чичилашвили, учитывая вот уже сложившееся поведение и партии власти, и оппозиции, и реакцию международного сообщества, можем мы заключить, что пик этого внутреннего противостояния в Грузии пока еще впереди, и вот напряженность ситуации идет только по возрастающей. Или все-таки это неправильный расчет последующих событий, на ваш взгляд? Нет, это совершенно правильный расчет. Угу. Пик еще у нас впереди. Я даже приблизительно могу сказать, когда этот пик наступит. Скажите. Этот пик наступит, когда... Будет проведена попытка, провести первое заседание парламента и утвердить полномочия депутатов. Uh-huh. Вот это будет кризисный день. Uh-huh. И если это удастся грузинской мечте, тогда мы входим во второй сценарий, о котором я говорил. Yeah. Там 5-6-7-месячный до весны следующего года, uh-huh. где-то до апреля, до мая. Uh-huh. Вот, будут аккумулироваться тогда все эти проблемы экономические и политические, о которых мы говорили, потому что политические еще на фоне той экономической ситуации, которую я попытался обрисовать, политические проблемы будут связаны с тем, Рубен, что, скорее всего, тогда правящая партия начнет выполнять свои предвыборные обещания. А предвыборные обещания – это запрещение политических партий, угу. это запрещение неправительственных организаций. Да. Вполне может тогда так случиться, что там к весне следующего года у вас уже не будет возможности взять со мной интервью как с членом правления Грузинского центра стратегического анализа. Я как индивидуально, отдельно взятая личность смогу с вами поговорить, но институциональной возможности, наверное, скорее всего, уже не будет у нас. Угу. Вот. И этот политический кризис на фоне экономического, который я попытался там представить, свое видение экономического будущего, это все вместе взятое создаст такие проблемы, с которыми справиться и гораздо более компетентному и профессиональному правительству было бы очень тяжело. Ну, во-первых, начнем с того, что профессиональное компетентное правительство до этого не должно доводить mm-hmm. ситуацию. Да, но справиться с этой ситуацией было бы очень, очень тяжело. Институциональная слабость правящей партии, угу. то есть то, что институты очень ослабели во время правления грузинской мечты, это не является большим секретом, и то, что компетенция и уровень профессионализма тоже оставляет желать лучшего, дипломатически выражаясь, это ни для кого большим секретом не является. Я думаю, если вы спросите дипломатов, работающих в МИДе Армении, угу. Да, они вам много интересного может по этому поводу рассказать, хотя открыто, конечно, как дипломаты, они Понятно. Этого говорить не будут. И это очень грустная картина, честно говоря, но надо оценивать, я всегда пытался оценивать ситуацию реалистично, таковой, какая она есть на самом mm-hmm. деле. Если ты этого не делаешь, тогда ты не сможешь тогда подумать над тем, что надо сделать для того, чтобы из этой кризисной ситуации выйти. Спасибо, господин Чичилашвили. Мне остается лишь вам пожелать терпения и
успехов, ну и, конечно, победы свободной Грузии, в том виде, в котором представляет спасибо. Грузинский народ. Спасибо вам. Спасибо большое. Всего спасибо. Доброго. Спасибо, что приняли мое приглашение. До свидания. Спасибо большое. Аминг, зарутсецинг, врацы порцагет, Валерий Чечелашвили хет, ов нахкином врастами деспаннер Русастану, искнеркаемас, размабаракан, верлюцуцян, врацакан, кентрони, караварман хорорти, антаме. Ир дитаркумнеров, капвац, врастани, заргацох, ирадарцуцумнери хет. Каждый тарицет томенг к вере дарнанг, мы на цека рачин для этого канехет.